телефон, надоело дум скроллить. Мои нервные клетки новостей явно не стоят. Ничего нового, наш мир дал ёбу давно. Короче, вайбы писать лирику полным-полно. Чтоб разум сохранить, чтобы не быть как стадо, понял, пора мне соорудить свой неприступный замок. Куда забраться никому тут возможности нет, кроме родаков, друзей, любимой группки курьеров. В каждой из комнат стул я бы сразу создал, чтобы было где присесть мне, если вдруг потемнеет в глазах. Зачем мне стол? Поставлю ком на коробке с-под пиццы. Зачем вода? Добрый кола, тоже можно помыться. Работать даже из дома выходить не буду. Перед своим коварным планом я дам 1000 туров. Миллиарды рублей сказали, стримы с треками выкинь. Короче говоря, уйдет звезда на самом пике. Когда вокруг все не по плану, и мир уже целиком сошел с ума. Пусть за окном даже морозы или тропики, мне все равно, я у себя в праничном домике. Когда вокруг все не по плану, и мир уже целиком сошел с ума, когда себе уже все сколотили гробики, мне будет все равно, я у себя в праничном домике. Я отращу себе огромное толстое тело, чтоб механизм не мог вместить этот винтик системы. Будет пытаться пристроить хоть на какое место, махнет рукой, и вот я в 25 вышел на пенсию. На все деньги, что мне придут, я практически сразу куплю себе RGB-ленты, ламп штучек 20, чтобы район весь озарился ярко-красным цветом. Пусть думают, что я ращу, это будет пранк века. Гирлянды на балкон, пусть будет так, и каждый день хлопушки в 2 часа ночи. Пусть люди празднуют мой умный план того, как обмануть любую тварь, что думает, мол, мы умрем, но я буду крайний. И я, расплывшись на кресле, весь в крошках от чипсов, буду думать только самые умные мысли. На улице конец света, кругом крики о помощи. Ничего не слышно, Алиса, сделай телек погромче. Когда вокруг все не по плану, и мир уже целиком сошел с ума. Пусть за окном даже морозы или тропики, мне все равно, я у себя в праничном домике. Когда вокруг все не по плану, и мир уже целиком сошел с ума, когда себе уже все сколотили гробики, мне будет все равно, я у себя в праничном домике. Так, давай, выгружай на меня. Давай на меня, не бойся, еще там полметра есть. Так, хорошо, да, вот эти коробки вот сюда поставьте, пожалуйста. Ну куда ты это ставишь? Что ты не видишь, это лапу, ее повесить надо. Ну что ж ты тоже, а? Да, вот этот все стаканы сюда. На кухне не надо, я буду здесь прям есть. Все, молодцы, ребята, 8 косарей, пожалуйста. Спасибо большое.